Всем привет, вы на канале Вечное Лето. Всем привет. И сегодня у нас будет прям вот вообще незапланированное видео. Дело в том, что сегодня у нас с Сашей был самый обычный тайский рабочий день. Ничего не предвещало, никакого праздника, волшебного события. А вы, наверное, знаете, многие, кто нас смотрит, что наш друг Стас и его жена Вероника, они ждут ребеночка. И сегодня мы едем с Сашей с Макро на байке, и у меня в голове, знаете, мысль пронеслась, то, что Стас сегодня станет папой. Вот прям вот хопа. Ну, пронеслась и забылась. Мы пришли домой, и я захожу в общий чат, ну, это у нас там ВКонтакте, и он пишет, я стал папой. Ага, держит ребенка в руках. Блин, и фотку прислал, прикиньте. Ну, это просто взрыв мозга, мы так с Сашей радовались. То есть, мы как бы видели животик, мы знали, что ребенок появится, но это не было так реально. И вот наш друг Стасян держит крохотного вообще ребеночка, и это его дочка. И Стас теперь не просто Стасян. Он теперь Станислав, он теперь папа. И мы, короче, в шоке, мы очень рады, потому что дети – это круто. Ребятки, мы вас от всего сердца поздравляем. Желаем счастья, здоровья, успехов и процветания вашей семье. Мы вас очень-очень любим. Будьте счастливы. И мы уже с Сашей так сейчас летаем по комнате. Мы в шоке, мы очень рады. Конечно, мы не собираемся уже больше работать сегодня. Все, на сегодня с работой покончено. И куда мы сейчас, Саш, едем? Мы сейчас поедем в Tesco Lotus выбирать подарок. На самом деле мы вообще не представляем, что покупать, что дарить. Но нам очень хочется сделать ребятам классный сюрприз. Кстати, пожалуйста, обязательно зайдите на канал Стаса и поздравьте его. Мы будем вам очень-очень благодарны, потому что дети – это круто. Вечное Лето любит детей, и Вечное Лето планирует тоже завести детей, да. Ну, когда-то, конечно. Вот мы уже в Теско. Сколько у вас прошло? 5 секунд? А у нас 5 минут, потому что мы тут недалеко живем. Вообще, я бы сейчас хотела находиться в роддоме и поздравить Нику лично. Саша, если бы ты был новорожденным, что бы ты хотел? Шоколад, конфет и лимонад. Ты новорожденный! Все, мы добрались до детского отдела. Я уже кое-что присмотрела. Пути-пути, какая прелесть. Вам нравится? Она такая приятная к телу. Я вот не знаю, что брать, одежду или какие-то аксессуары. Много красивой одежды. Блин, я вот даже склоняюсь к одежде, но так дети из нее быстро вырастают, и у ребят там что-то есть уже из одежды. Я боюсь, как бы это было не нужно, потому что детки очень быстро вырастают в таком возрасте. Может, подгузники? Я в растерянности. Может, что-то на вырост. О, может, ботинки? Смотрите, какие здесь детские ботиночки. Такие приятные. 199 бат всего. Первые кроссовки. Так, смотрите, что у нас тут. Всякие бутылочки, принадлежности для кормления. Много всяких прикольных штук. Я пока вообще не знаю, что взять. Хочется ребят порадовать, что подарок был нужным. Все нужное, кажется. Ну, тут подгузники. Я думаю, подгузники – это скучно. И нужно. Ой, смотрите, какие туфельки. Смотрите, для маленькой принцессы. Красивые. Вот совсем крошечные ботики. Ой, а пойдем туда, там тоже что-то для детей. Уточки для плавания. Я думаю, нужно купить подарок какую-то, не знаю, может, одежду или что-то еще, и обязательно игрушку. Прям обязательно. Мне нравятся эти уточки, кстати. Они миленькие. Какие-то уже развивающие игрушки. Какая-то штука. А что это? Это манеж какой-то для игры. Здесь, смотрите, чемоданчик такой для кормления. Бутылочки, какие-то штучки. 599 бат он стоит. Вот такой набор за 200 бат. Тут тоже бутылочки, кружечка и... А я знаю, что это. Это грызть ребеночек должен, когда у него зубы будут расти. Грызунок или как там называется. Смотри, прикольно. Есть, короче, розовый для девочки, а есть вот такой голубенький для мальчика.
Все для кормления. Насколько я знаю, у ребят нет еще набора для кормления вот этого. Можно будет, кстати, над ним подумать. Ух ты, смотри! Мне нравится, что они запакованы и приятно дарить. То есть я не знаю, где тут в Таиланде упаковка подарков, поэтому дарить уже в коробке мне было бы прикольнее. Ну тут это косметика от Johnson's Baby. Они просто красиво упаковали. Ой, что это такое? Маечка, слюнявчик, шапочка, 199 бат. А что это? Я вот как бы хочу сказать, что я вижу, но я не всегда знаю, что я вижу. Вот, к примеру, что это? Кружочек и вот погремушка, что ли? Это открывалка. Открывашка, да? Ребенок пиво будет открывать? Ну, ты даешь. 499 бат. А, я знаю. Это такая шапочка. Чтобы ребенка не щипали глазки, надеваете эту шапочку на голову ему во время купания, и вода стекает. В глаза не попадает. Прикольно. Может, подарим горшок? Горшок от вечного лета. Ну, горшок. Смотри, Саш. Как вам? Смотри, а так она похожа на ковбойскую шляпу. Смотрите, тут есть прям биотуалет. 289 такой горшок стоит. Смотри, он пластиковый, будет теплый. То вспоминаю свое детство, у нас все было намного хуже. Вот такое вот полотенце, 159 бат. Всякие штучки, прибамбучки. Но мне, в общем, нравятся наборы для кормления. И плюс мне нравятся уточки, игрушки. Давайте еще посмотрим. Если нет, наверное, ну как бы надо еще Саше посоветоваться, что он думает. 199 бат – это бутылочки и набор сосок и чистилка. Ух ты, смотрите, тут соски продаются. Те же, что в наборе, только вот по 75 бат. О, тут написано «Я люблю маму». Я прям не знаю, все хочу. Ух ты, смотри, это что такое? А что это? Ой, я вот даже не знаю, что это. Подскажите, что это? LCD-экран. О, смотри, это переноска, да? Вот так вот одеваешь, парашют. Прикольная. Стоит 399 бат. О, какой красивый заяц. А что туда? Туда грелку. И ребеночка даете. Нет, это обжигающую грелку, а, зайки. Вот как тут все изменилось-то с моего рождения. Первая тарелка и первая ложка с вилкой. Стоит всего 99 бат. Все такое нежное, все такое красивое. Мне приятно тут сейчас быть. Так, так, так. Что? Так, так, так. Что так? Вы понимаете? Света начинает... Что она начинает? Нет. Просто говорю вещи красивые. Влюбляться в детский отдел? Я просто не знала, что тут столько всего интересного. Много. Вот смотрите, такой набор штанишки и такая вот, ну, типа рубашечка, 179 бат. А вот такой вот боди всего 79. Красиво, качественно, нужно. Вот такая вот 99, но она какая-то, это, мне не очень нравится. Красивые, смотрите, сколько их тут. И на девочку, и на мальчика. О, смотрю, какой жираф милый. Стоит, о, 49 бат. Я вот вообще, если честно, не разбираюсь в возрасте. И хорошо, что мы выбираем подарок новорожденному ребенку, потому что ему нужно все. Ему все сейчас подойдет. И на вырост, и на сейчас. Поэтому можно даже не думать, подойдет, не подойдет. Все пригодится. Вообще, когда мы собирались в Таиланд, я не думала, что мы будем выбирать тут детские вещи. Да, кстати, вы еще спрашивали, сколько курс доллара к бату. И, ну, постоянно спрашиваете об этом. Поэтому знайте то, что 32 бата – это 1 доллар. Ну, можете прикидывать цены примерно, сколько что стоит. То есть 32-33 бата – это 1 доллар. И курс бата, он всегда стабилен, поэтому, когда говорим в батах, вы всегда можете представить цену. А там уже конвертировать, ну, цену в рублях. Мы пока что выбрали несколько вещей. Это вот такой вот набор для кормления. Вот такую погремушку я выбрал Саша.
Он сказал, что у него в детстве была похожая, и он утверждает, что это потрясающая игрушка. Так что, ребята, от Саши вам подарок. Тебе тоже надо взять. И еще я хочу взять что-нибудь из одежды. То, что там такая красивая одежда. Все, мы выбрали одежду. Долго думали, сомневались, что взять, боди или распашонку. И, в общем, взяли, я называю это костюмчик. Вот такую. Вот такую. И вот, да, вот такую майку-рубашку, сказал Саша. И вот такие вот трусы-штаны. Не знаю. Я плохо в этом разбираюсь еще пока. Вот, поэтому взяли такой комплект. И еще, ну вот то, что мы вам показали. И теперь уже пойдем на кассу. Да, Саш? Да. Да. Саш сказал да. О, это что такое? Я тут не видела. У меня есть такой бзик. Я никогда не беру первый товар, который я вижу. Я считаю, что на него все смотрели. И что он уже не новый, потому что все трогали. Поэтому я себя достаю, ну, сзада. А Саша смеется надо мной. Да, Саша? Да. Не надо этого делать. Зачем? Я же потом все складываю обратно. В общем, помимо того, что мы уже взяли, мы решили еще взять соску, потому что она нам показалась красивой. И она еще ортопедическая. Ну, в общем, все. Теперь точно все. Нет, не все. Надо еще посмотреть подарочный пакет. Может, они тут есть? Потому что как дарить все это? В пакете от Теска. Пойдем глянем. Красивые пакетики. Еще взяла роллы. Не удержалась. Все, мы закупились. Сейчас поедем домой. Будем ужинать, рассматривать покупки. Мне уже не терпится, когда мы все это подарим ребятам. Ребята, еще раз вас поздравляем. Это видео для вас. Ну, а на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Вы были на канале «Вечное лето». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите добрые комментарии. Любите, хотите и делайте детей. Мы вас очень любим. До новых встреч. Пока. Пока.